спортивном комплексе Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева при содействии благотворительного фонда поддержки ветеранов и молодежи футбольного клуба «Спартак Москва» прошел международный зимний детский турнир по футболу «Кубок Добра». Начиная с 2014 года организаторы спортивного мероприятия «Благотворительный фонд под флагом Добра» и британская школа футбола ежегодно проводят зимние летние турниры «Кубок Добра» для юных игроков в возрасте от 10 до 13 лет из разных стран мира. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, участники зимнего детского международного турнира по мини-футболу «Кубок Добра». Сегодня играйте честно, играйте смело, играйте так, как вы хотели бы играть на следующем футбольном чемпионате или на следующих футбольных чемпионатах, которые будут в вашей жизни. Сегодня мы играем в футбол. Вам все здорово, что вы занимаетесь спортом, молодцы. Я вам сегодня желаю самое главное получить удовольствие от игры, пообщаться. Главное без драм, и пусть увидите сильнейшую. Удачи вам. Друзья, хорошей, честной и азартной игры. Вперед! It's great that we have a bigger event even than last year. Hope it will be filled with even more exciting football. As has already been said, let's hope for a positive spirit, some great football, and everybody will leave happy with a lot of money raised for our charity partners under the flag of Hermes. Thank you. Thanks for attending. Детям с ограниченными возможностями здоровья необходимы не только медицинская помощь и сопровождение, регулярные занятия спортом, но и возможность участвовать в соревнованиях, бороться за призовые места, сражаться и побеждать. 6 голов забил за сезон! Торпедо 4 первым голом забил! Локомотиву 1! I get to experience new things. I like to meet new people, which I do. The main part of football is enjoyment, which I do. I love. Что касается турнира, то для них это первый опыт такого рода, и они очень сожалеют, что у них на родине им не доводилось принимать участие в таких мероприятиях. Это первый раз, и они планируют повторить это у себя на родине. Здесь ребята некоторые как бы уже занимаются футболом достаточно продолжительное время, поэтому мы приехали получить удовольствие от этого турнира и, естественно, постараться выиграть. Некоторые ребята у нас из африканской страны, из Нигерии. Me, they're a very strong team, so we need to learn to pass the ball a little bit quicker. But it's a good competitive match, it's a good in a good spirit, so I'm very happy about it. Мы готовились к мини-футболу. Там, где мяч другой, катящийся, не прыгающий. Мы посмотрим мастерство команды в умении перестраиваться. В зимнем турнире 2019 года первое место взяла российская команда детей с синдромом ДЦП «Спартак Москва». В преддверии проведения турниров фонд организует сбор благотворительных средств, которые впоследствии направляются на адресное лечение тяжелобольных детей. Спасибо еще раз всем. Любите футбол, играйте.